Физкульт, привет! В эфире НТВ очередной выпуск информационно-аналитической программы о спорте «Хит-трик». И сегодня будет особая передача. Все потому, что мы отступим от собственных принципов и впервые будем говорить не о добром и позитивном, а о том, как иногда неоправданные амбиции и непрофессионализм одного могут привести к поражению другого. Надеюсь, заинтриговал. И теперь вы точно дождетесь второй период нашего хит-трика, где, собственно, и пойдет речь о не самом приятном послевкусии от прогремевшего на весь Нижний Новгород турнира по смешанным боевым единоборствам Pride Fighting Show. Но об этом примерно через 15 минут, а пока начнем с традиционных новостей. И главная новость сегодняшнего дня – это, конечно же, баскетбол. БК Нижний Новгород попытается сегодня, 5 мая, дать отпор казанскому «Униксу» в четвертьфинале Единой Лиги ВТБ. К сожалению, горожане максимально усложнили себе задачу, проиграв в двух встречах этой пары на казанском паркете. На этом этапе серия продолжается до 3 побед. И чтобы хотя бы продлить интригу, команде Айнерса Багаскеса необходимо выиграть в 3-м матче, который пройдет в Нагорном. И в случае победы черно-белых сегодня болельщики смогут увидеть и 4-ю встречу этого противостояния. Но для этого, повторюсь, необходимо побеждать в 3-й игре. А она, кстати, если вы смотрите нас в прямом эфире в четверг, 5 мая, уже началась. И конкретно сейчас идет 1-й период. И в ожидании хороших новостей из баскетбольного паркета порадуемся за наших футболистов. «Волга» на домашнем газоне центрального стадиона «Локомотив» подарила своим болельщикам яркий и, главное, результативный футбол. Принимали одного из лидеров первенства – команду «Томь». За «Волгу» болел и наш футбольный эксперт Александр Быков. Матч получился потрясающим и по эмоциям, и по качеству футбола. Хотя начинается игра для «Волги» неудачно. Подача с углового и Анзор Санай, оставленный в гордом одиночестве, переправляет мяч в сетку. Затем сумасшедший момент создают уже волжане. Длинный пас на Саркисова, форвард выходит 1-на-1, обыгрывает голкипера и бьет в пустые ворота. Но на пути мяча становится экс-защитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Бенц. Но уже через 7 минут Артур Саркисов использует несогласованность действий голкипера Олега Чуваева и защитника Петра Тена. 1-1. Надо отдать должное томичам. После такого нелепого гола они не сломались. Более того, в концовке тайма Том снова выходит вперед. Саная на опережение замыкает кросс с правого фланга. Второй тайм становится одним из лучших в исполнении волжан. Как всегда, солирует Саркисов. Точнее, даже сказать, не как всегда, а как в прошлом сезоне. Похоже, нападающий волжан оправился от своих многочисленных травм. Но на его счету в этом матче только один мяч. Во втором тайме слово берет Константин Гарбус. Полянин, Саркисов и Костюков выдают мяч на пустые ворота, а Гарбузу остается только не промахнуться. Прекрасная комбинация, и счет снова становится равным. Ребята чувствуют друг друга, подстраиваются друг под друга. То есть нет такого, что случайно бахнули там и прошло. Ну и очень радует, конечно, что Костя Гарбуз взял на себя бомбардирские качества. Через 10 минут арбитр назначает штрафной в пользу волжан. К мячу подходит все тот же Гарбуз. Я уже, когда подходил, уже изначально планировал, чтобы добить углового вратаря, потому что мяч стоял на линии штрафной, и там перекидывать стенку тяжело было. И, то есть подошел, изначально решили, что подходим вдвоем с Петровым, он разбегается, кого-то он бить, а я пробью угол вратаря. 3-2, победа «Волги». Таким образом, команда Андрея Талалаева напрямую влияет на распределение мест в верхней части турнирной таблицы. Да, наверное, шансов уже напрямую выйти уже нет, потому что Тула сегодня выиграла. Наверное, будем готовиться к стыкам. Сами волжане, одержав победу над одним из лидеров лиги, поднимаются на 11-ю строчку. Теперь «Волге» предстоит тяжелый выезд в Оренбург к «Газовику», который уже обеспечил себе прописку в премьер-лиге на следующий сезон. Следующий домашний матч 10 мая против ярославского «Шинника». В зале спорткомплекса «Новое поколение» в течение нескольких дней кипели страсти финального этапа чемпионата России по флорболу среди мужских команд. Традиционно в этом турнире основная борьба разворачивается между нашей командой «Нижегородец» и сборной Архангельской области «Помор». Но в этом году турнир прошел по новому регламенту. В решающем туре выступили 12 команд, которые были разбиты на 3 группы. И благодаря такому раскладу в матче за золотые медали «Помор» уступил место московскому «Спартаку».
По итогам группового этапа финальной стадии чемпионата России по флорболу среди мужских команд определились основные кандидаты на борьбу за медали. Сильнейшие клубы сражались в группе А, и там неожиданно для всех лучшим стал московский «Спартак». Со второй строчки продолжил сражение архангельский «Помор», а вот нижегородец на тот момент довольствовался только третьим местом. Но именно такой расклад в полуфинале свел лицом к лицу постоянных соперников по играм за золотые медали – архангелогородцев и нижегородцев. В этот раз они разыграли путевку в суперфинал, и этот матч стал одним из самых ярких во всем чемпионате. Нижний быстро повел 2-0, но северяне вернулись в игру, и вскоре на табло спорткомплекса «Новое поколение» горели паритетные 3-3. Затем хозяева площадки снова убежали в счете в плюс 3, но поморы сумели собраться и совершили невероятный камбэк. За 21 секунду до конца основного времени Александр Шарапов снова сравнивает счет 6-6, и матч перешел в овертайм. Но все-таки флорбольные боги остались на стороне нижегородца. Золотой гол забил Александр Латухин, и хозяева площадки вырвали путевку в матч за первое место, где их уже ждал московский «Спартак», у которого стартовая пятерка выступает за сборную России. Но и нижегородцу есть чем похвастаться в хорошем смысле. Мы можем похвастаться опытом, большим, огромным опытом команды нашей, потому что мы состав вот на протяжении, наверное, последних 6-7 лет у нас практически не меняется. Ну, мы, да, добавляем молодежь, 1-2 игрока, но в основном за счет вот 9-10 человек, которые у нас на протяжении уже 80 лет играют в основном составе, они все являются кандидатами в сборную. Кто-то ездит на чемпионаты мира, кто-то нет, но все в расширенный список в основном попадают. Ребята опытные, я думаю, что за счет опыта есть определенное преимущество. И это преимущество нижегородца переросло в очередные золотые медали чемпионата России по флорболу среди мужских команд. Причем на этот раз обошлось без дополнительного времени. Хозяева площадки уверенно переиграли красно-белых со счетом 3-1. Голы у новоиспеченных победителей забили Александр Шутихин, Александр Латухин и Валерий Маслов. Гораздо напряженнее все прошло в матче за третье место. Только в овертайме «Помор» вырвал победу у команды «Сибирь» из Омской области. Причем архангелогородцы до 28 минуты вели 3-0. Но сибиряки дважды смогли догнать поморов, и основное время закончилось со счетом 4-4. Все решилось только на 64-й минуте. Бронзовую точку в этом невероятном по накалу матче поставил Александр Шарапов. Ничуть не меньше страсти кипели недавно и на искусственном газоне стадиона «Северный». Там прошел по-настоящему исторический матч. Впервые в Нижнем Новгороде состоялся матч Кубка России по регби. Не только в хоккее играют настоящие мужчины. В этом смогли убедиться те, кто побывал на историческом событии. Впервые в столице Приволжья прошел матч Кубка России по регби. Любительская команда «Нижний Новгород» принимала чемпиона Федеральной лиги из Пензы. Регбийная премьер-лига допустила любительские клубы в розыгрыш Кубка страны впервые. А для некоторых зрителей просто вживую увидеть регби на нижегородском газоне тоже было в новинку. К американскому футболу болельщик уже привык, но этот вид спорта совсем другое. Это один из основных вопросов. Отличие, во-первых, в том, что мы играем без защиты, мы играем без пауз, два тайма по 40 минут полного контакта, и у нас мяч чуть больше формы. Регби в Нижнем Новгороде появилось с подачи студентов из Малайзии, Намибии, Зимбабве, Замбии и Туниса. Большинство из родоначальников этого вида спорта в нашем городе уже вернулись на родину. Но местные институты продолжают поставлять легионеров, и они, как правило, выступают за РК Нижний Новгород на ведущих ролях. Я очень рад играть здесь, потому что, я думаю, они добрый человек. И я могу учусь для культуры Руси. И все-таки регби для нас пока в диковинку. Но уже 1/32 финала Кубка России показала, что Нижний Новгород – это очень сильная команда. Хозяева поля, а игра проходила на искусственном газоне стадиона «Северный», выиграли с разгромным счетом 73-17. Причем гости все свои очки заработали только в первом тайме. Больше нижегородцы им не позволили. И представителям Пензы оставалось разве что в кулачных поединках самореализовываться. Ну а Нижний Новгород теперь выступит в 1/16 финала Кубка России против самарских русичей или против тольяттинского «Снаряда».
Кстати, о поговорке, что в хоккей играют настоящие мужчины. Тысячи девушек по всему миру давно доказали, что хоккей перестал быть исключительно мужским видом спорта. И лишним тому подтверждением являются успехи воспитанниц хоккейного клуба «Скиф». Очередным достижением для них стала победа на всероссийском турнире, финал которого прошел в Нижнем Новгороде. В течение нескольких дней сразу на трех нижегородских площадках прошли матчи всероссийского финала «Золотой шайбы» имени Тарасова среди команд девушек 1999-2001 года рождения. В качестве хозяек соревнований выступили сразу две команды «Скиф». Одна представляла Нижний Новгород, другая – Кстово. К сожалению, нижегородки неудачно выступили в групповом этапе и в итоге заняли 7-е место из 12. Зато кстовские девушки прошли весь турнир как на одном дыхании. Их выход в финал и встреча в матче за первое место против команды «Атлант-2» из Московской области стали отличным итоговым аккордом вполне удачному сезону. У нас первая команда, там 10 человек, игроков молодежной команды. А молодежная команда «Скиф» в этом году выиграла первенство России до 18 лет. В 4 этапах мы заняли первое место. Также мы выиграли спартакиаду молодежи России. В прошлом году спартакиаду учащихся выиграли. Сегодня играем в финале с Московской областью. Финал «Золотой шайбы» России. Поэтому счет 4-0. Я думаю, наши... 5-0. Уже 5-0 поправка, да. Поэтому надеюсь, что мы сохраним оставшиеся там 11 минут и выиграем медали «Золотой шайбы России». Упустить победу при таком гандикапе практически невозможно. Кстовский «Скиф» уверенно довел финальный матч до победного конца и стал обладателем золотых медалей этого всероссийского турнира. Добавим, что сразу два игрока из команды победительницы были объявлены лучшими в отдельных номинациях. Лучшим вратарем стала Диана Фахрудинова, а лучшим бомбардиром – Оксана Братищева. Обе выступали за кстовскую команду «Скиф». Первый период нашего хит-трика подошел к концу. Сейчас будет традиционный, но не продолжительный тайм-аут, сразу после которого гостями студии станут представители смешанных боевых единоборств. И разговор будет не из приятных. Так что не переключайтесь, мы скоро вернемся. Еще раз здравствуйте. На канале НТВ продолжается информационно-аналитическая программа о спорте «Хит-трик». И должен сразу предупредить, что второй период нашей передачи получится не самым веселым, можно сказать так. Наши постоянные зрители уже привыкли, что «Хит-трик» — это передача позитивная, и мы всегда старались обходить острые углы. Взять хотя бы для примера бой Шлеменко-Василевский, после которого было очень много шумихи, обе стороны поливали друг друга грязью, и именно поэтому мы не стали ни связываться с самим Александром Шлеменко, ни приглашать в студию Вячеслава Василевского, исключительно для того, чтобы вот этот грязный снежный ком взаимных обвинений не продолжать. Но есть вещи, на которые мы не среагировать не могли. В частности, вот, пожалуйста, попалась мне на глаза в одной из соцсетей, причем даже не документ, а фотография. Это я прежде чем представлю наших гостей. За неспортивное хамское поведение на турнире, а турнир это имеется в виду, который прошел во дворце спорта Нагорный, Pride Fighting Show. Некорректное отношение к коллегам решением президента Нижегородской областной общественной организации Федерации смешанного боевого единоборства ММА с согласованием с главным тренером Союза ММА России Капшаем отозвана тренерская лицензия Союза СБЕ ММА России Макса Киселева. Отсутствие лицензии лишает права тренерской преподавательской деятельности по смешанному боевому единоборству. Итак, у нас в гостях как раз Макс Киселев. В чем-то, давай говорить откровенно, в чем-то виновник этого скандала. И группа поддержки в лице Рамиля Жалилова, вице-президента областной федерации ММА. И, Макс, в первую очередь вопрос тебе. В
все сложилось от того, что на этом турнире один из боев, который больше всего ждали, где ты должен был встречаться с прославленным, именитым нами, уважаемым Джеффом Снеговиком Монсоном. Давай для начала. Контракт был. Что звучало в контракте, допустим, хотя бы за день до турнира? В контракте звучало, что я дерусь по ММА, не по грэпплингу, то есть по борьбе, и готовился по ММА. И компания, которая пиарила нас по всему городу, это подтверждение тому, что я готовился по ММА, не по грэпплингу. И бой по грэпплингу он не должен был состояться, а должен был бой состояться с Джеффом Монсоном именно по ММА, не по грэпплингу. Турнир, подходишь к рингу, и тебе такая новость. За час узнаю, подходит ко мне Яковлев Алексей, это промоутер. Ну, один из организаторов. И Алексей Булыгин, которые мне сообщили, что ты дерешься по грэпплингу, что, естественно, ну, меня вызвало шок. Некое недовольствие. Ну, я просто не готов был по грэпплингу, готовился совершенно по другой программе. Ну, мне сказали, что если ты не выйдешь, то ты будешь оплачивать все неустойки, будешь являться тем человеком, который сорвал просто программу во дворце спорта. Мне ничего не оставалось делать, как выйти на бой. Ну, прежде чем продолжим, ну, вряд ли с юридической стороны, но хотя бы со стороны профессионалов, Рамиль, я имею в виду тебя как организатора подобных турниров, я предлагаю вспомнить сюжет об этом турнире. Озвучивал его я, но непосредственно на турнир ездил наш корреспондент Антон Ганин, с которым я специально перед записью нашего разговора с вами связался, спросил его, что творилось, какие эмоции, потому что, Макс, в интернете много всяких версий, да, конечно, вплоть до там ругани и все, но я так понимаю, это было за кулисье. Вот репортаж Антона Ганина, где, в общем-то, все прилично. Pride Fighting Show проверил зрителя на прочность. Сначала ожиданием начала турнира, оно сместилось на час, затем качеством боев. Первые 6 пар не показали ничего выдающегося. Бои проходили откровенно скучно и, к великому сожалению, не в пользу нижегородских бойцов. Первые поединки больше напоминали развлечения. Взять хотя бы московского бездомного Али Бабу, которому противостоял нижегородский чемпион мира по карате. Наш спортсмен даже и не пытался ничего противопоставить великовозрастному спортсмену, который явно находится не на пике формы. Обкатав молодых и неопытных спортсменов, Нижний зашел со спортивных козырей. Доказать, что наша школа ММА есть и с ней нужно считаться, доказывает тяжеловес Максим Новоселов, вернувшийся в ринг после перерыва в карьере. Ему противостоит такой же амбал Евгений Свиридов, который вначале попытался погонять Максима по рингу, но в догонялки играли недолго. После Максим уходит на удушающий, не проходит и 10 секунд, как соперник повержен. В более легком весе победу Нижнему приносит Имран Джавадов, демонстрируя прекрасную технику. Сначала работает стойки, затем, пользуясь ошибкой соперника, который пытался продолжить бой в партере, Джавадов находит брешь в его защите и уходит на удушающий. Нижний восстанавливает статус-кво. Перед главными боями вечера, когда на часах уже больше 11, в ринге появляются бойцы с мячами в руках. Зрители разогревают многократные чемпионы мира по средневековому бою. Здесь абсолютно все по-настоящему, от оружия до экипировки, которая весит больше 20 килограммов. И в ней бойцы умудряются наносить удары не только оружием, но и руками и ногами. Отработав 15 минут, из ринга выметают щепки, и зрителей ждет самое интересное. Многократному чемпиону мира по боевому самбо Вячеславу Василевскому противостоит соперник из Бразилии. Этого боя стоило подождать. Вячеслав – единственный спортсмен за весь вечер, кто показал хорошую ударную технику руками. В последнее время он активно тренировался с мастером-международником Дмитрием Мухиным, и занятия даром не прошли. В стойке наш спортсмен явно доминировал. Бразилец то и дело падал на настил, заманивая в партер. Впрочем, и тут Нижний не растерялся. Василевский выиграл, что называется, в одну калитку. Вначале, в первый, в принципе, раунд прошел полностью вот по такому сценарию, по которому мы постоянно работаем. То есть это дергание и быстрые, короткие серии, одиночки, двойки, тройки. В принципе, они проходили очень хорошо. Постоянно оказывался на конвасе. Чарльз, просто, возможно, если бы я шел добивать, возможно, я бы добил его.
На часах 12 ночи в зале появляется ветеран боевых единоборств Джефф «Снеговик» Монсон. Его визави Максим Киселев. Бой проходит по правилам греблинга, где Монсон чувствует себя как рыба в воде, скорее всего, даже акула. Все помнят про его больные колени, одно из которых сломал последний император Федор Емельяненко. Поэтому стоять долго тяжело, лучше бороться. И здесь долго возиться не приходится. В первом же раунде Монсон, пускай не сенсационно, но побеждает, думаю, что для многих это закономерность. Было достаточно сложно. Максим хороший и сложный соперник. Мы представляем различные техники. Максим дерется в ММА, я греблер. Я борец от природы, не готовился к ММА. Сейчас нахожусь в отличной форме, но намерен тренироваться еще больше. За час я узнал, что я, оказывается, дерусь по греблингу. Наши менеджеры говорили вроде об одном, а на самом деле по другому. То есть у него, его менеджер говорил про греплинг, мой менеджер говорил про ММА. Когда мы посмотрели договора, оказалось, что все совершенно не так. В общем, мы все переругались, очень сильно все расстроились. И вот для вас, зрители, сделали этот бой, потому что мне ничего не оставалось. Мы все пришли, очень ждали, чтобы не ударить грязь лицом. Я сделал то, что я смог. Извините, простите за бой, что я не греплер, я не борец, поэтому извините. Впереди менеджеров Киселева ждет разбор полетов, и тут им явно не позавидуешь. Заглядывая в будущее, спортсмен намерен провести еще бои, но уже с другой командой организаторов. Итак, действительно, вот в сюжете по эмоциям, действительно, вроде бы все хорошо, кроме вот этой ложки дегтя как раз последнего боя. И поэтому, Рамиль, вот вопрос тебе, как человек, который немало организовал турниров и лично сам участвовал, как могла произойти такая ситуация и кто здесь виноват, можно сказать? Ну, если взять хронологию событий, то президент Нижегородской федерации ММА Алексей Булыгин привлек промоутера, который никогда не занимался организацией вообще никаких поединков. Но, то тем есть, не менее, опыт организации у него есть, потому что Леонид Яковлев занимался организацией концертной деятельности. Это совершенно другое направление. Потому что в организации профтурниров, в поединках есть очень много нюансов. Нужен огромный опыт для проведения, тем более, такого масштабного мероприятия. С этого все началось. То есть началось все с главного. Затем, конечно, была очень серьезная пиар-компания по городу. Да, действительно, были надежды, что турнир состоится и будет очень зрелищным. Но в результате, что из этого вышло, вы прекрасно знаете, да? То есть очень много нарушений, я бы так сказал, было на турнире. Во-первых, большие задержки. И при входе целый час люди стояли там. И затем выход спортсменов, да еще не под то, что показывается на экранах. И самое главное, люди пришли смотреть на мировых звезд. Не приехал американец, не приехал поляк, почему-то не было Футина. Я думаю, что это не случайное совпадение, ну, это результаты организации. Рамиль, давай это. Мы все-таки решили, я же согласился пригласить вас в студию, что разговор будет конкретно о ситуации с Максом, потому что те же самые зрители, кто были на этом турнире, я посмотрел в соцсетях их высказывания. Ну, не скажу, что примерно на два лагеря, потому что большинство за Макса все-таки говорят. Они пришли посмотреть, как Монсон будет драться с Максом. Это... Еще вопрос, кстати, кто победил бы, зная физическое состояние Монсона и его больные колени. Поэтому вот конкретно по этой ситуации, насколько это, ну, вообще-то возможно такое взять и за час до боя изменить правила? Дело все в том, что, как сказал Джефф, он готов отказаться от турнира и возместить компенсацию по контракту. Об этом Леонид Яковлев, промоутер данного турнира и поединка Максима и Джеффа, не сообщил ему, Максиму, об этом. Ну, видимо, с целью, наверное, чтобы не сорвать вообще сам поединок, потому что заявлено уже в рекламе, был этот поединок уже заявлен. Тем более, Монсон мировая величина. Да, он был готов возместить, но дело все в том, что он договорился с Монсоном на тот поединок, на который устраивал Монсон, это по греплингу поединок, но совершенно не оповестил об этом спортсмена. И так как, ну, может быть, понадеялся, что подведет его непосредственно к рингу, и одеваться будет некуда. Как, в принципе, и произошло. Так и произошло. Поэтому произошел конфликт. Соответственно, Максим мог бы не выступать, но его подвели так, что, значит, соответственно, он должен был выплатить неустойки. Очень серьезные, ну, там, суммы. Поэтому ему ничего не оставалось, как выйти. Но Максим не грэплинг, не борец, он ударник. Поэтому готовился против Монсона по соответствующей технике и тактике боя. Ну, Максим это сказал в сюжете довольно внятно, понятно. И, ну, я опять вот об этой бумажке, которую я, собственно, распечатал, да? Это даже не документ, а фотография. Но, тем не менее, Макс, тебе вопрос, а на каком основании... Я не знаю, это юридически грамотно, неграмотно, но тем не менее заявлено, что лишение лицензии
На каком основании? Ты там за кулисами ударил кого-то или чего? Нет, я никого не ударял. Это просто не понравилось Алексею Булыгину, что я высказал, сказал правду. Президент областной федерации. Да, президент областной федерации, что я высказал после боя, взял микрофон. Его, кстати, отключили, этот микрофон, по просьбе моей его включили. То есть даже не хотели давать мне слово, чтобы народ меня услышал. И высказал всю правду, что произошло. Соответственно, за это я сейчас и наказан. То есть, естественно, они недовольны, что эта правда выходит в эфир, да, и что люди об этом знают. И, соответственно, идет вот такая месть со стороны Алексея Булыгина, это президента федерации, что он хочет отозвать у меня лицензию абсолютно необоснованно, ссылаясь, что я вел неспортивным поведением. Но неспортивное поведение, лишение лицензии – это абсолютно разные вещи. То есть, соответственно, я был возмущен, я был в гневе, никого я не бил, никого я не ругал. Просто это мое состояние, я даже никак не пойму, что почему юридической силы, что мне лицензию лишают, это совершенно неправда. Потому что мы созванивались с Москвой, спрашивали, лицензию меня никто не отозвал, это просто прихоть Алексея Булыгина. Ну, как журналист, я, конечно, в данном случае, в этом разговоре, я нарушаю одно из самых главных правил журналиста. К сожалению, нет второй стороны. Да? Тут был диалог лучше, но, опять же, должен признаться, что перед записью нашей программы, а мы писались, будем говорить откровенно, задолго до выхода в эфир, буквально почти за неделю, я должен сказать, что я пытался лично связаться и с президентом федерации, с организаторами. У большинства выключены телефоны, а помощники просто не берут трубку. Возможно, совпадение, не знаю, может быть. К сожалению, поэтому второй стороны нет, и не хотелось бы просто таких однобоких обвинений. Но в защиту, Макс, тебя могу сказать, что, опять же, переговорил с Антоном Ганиным, с нашим корреспондентом, который был на турнире. То, что было видно с трибун, все было вполне прилично. Я не знаю, что было за кулисами. Это я хочу собственно пояснение по поводу все-таки вот, вот этой фотографии, такое. Я так ее назову. Да. Дело все в том, что это не единственное письмо, а после него, так как мы стали разбираться в федерации с правлением, действительно было вынесено такое решение. Это решение было не, это не решение, это желание было президента. Было вот это письмо в интернете. Оно и было не президента решением, а решением правления. Правления. Значит, мы, соответственно, я созвонился, я являюсь членом правления, я созвонился с правлением. Они сказали, мы такого решения не принимали. Соответственно, секретарь исправила, что это значит, непосредственно идет от самого президента Булыгина. Но дело все в том, что есть второе письмо, которым, возможно, вы этого не знаете в интернете сейчас. Оно после того, как мы стали разбираться, что это не является документом, что это просто как бы эмоциональный какой-то вот такой. Сейчас там написано так: представление о лишении лицензии. И сейчас, если вы посмотрите, в интернете это есть. Представление о лишении лицензии Максима Киселева и отправлено в Москву. Это может быть. Ну и теперь будет просто разбор полетов. Так что лицензии никто никого еще не лишил. Это просто желание президента федерации из-за того, что Максим, может быть, в эмоциональной форме высказался, лишить его лицензии. Я считаю, что мое мнение такое. Ну, если тебя оскорбили, если так ты считаешь, иди пиши заявление в полицию. Я так считаю. Ну, давай не об этом. Макс, тем не менее, ну, профессиональную карьеру, я так понимаю, ты недавно начал, да? Вот именно. Да, недавно. Да. Немножко поздно, но тем не менее недавно. Лучше поздно, чем никогда. Ну да, согласен. Тем не менее, лично у тебя что впереди? Потому что тот же самый Pride Fighting, я так понимаю, они второе шоу задумали сделать с бесплатным входом. А лично у тебя что впереди? Ну, у меня должны были бои еще быть, два боя, я к ним тоже должен был готовиться, но просто сейчас у меня нет возможности Почему готовиться. Прошедшего времени? Ну, потому что промоутер является именно Леонид, с которым мы, в принципе, расстались. То есть, и поэтому дальнейший род деятельности и выступления боев мне пока неизвестен. Ну, там это ваши личные отношения, это ваше личное дело. Самое главное, что вы озвучили свою позицию, я должен официально заявить, что я уже сказал, почему нет второй стороны, да, не мог дозвониться. После выхода в эфир нашей передачи в четверг, получается, 5 мая, я призываю просто другую сторону, того же Леонида или организаторов, с удовольствием приму вас в студии и услышу ваше мнение. Возможно, даже, Макс, и пригласим тебя, чтобы уже был, получился действительно диалог. Но, тем не менее, спасибо, что пришли, спасибо, что высказались. Ничего в этом криминального не вижу. И дай бог, действительно все разберутся в союзе ММА России. Конечно. Кто прав, кто виноват. Макс, удачи, Рамиль, тебе большое тоже. Спасибо. Увидимся спасибо. На ближайших спасибо. Турнирах. Ну, а я с вами прощаюсь. Как всегда, в конце передачи говорю вам пока-пока. И самое главное, не забывайте дружить со спортом. We'll be right back.